А вот они и первые маслята селигера. Выскочили у меня за забором. Давайте посмотрим дальше. Переростки, конечно, прозевал. А вот эти уже помоложе. И вот тут два. А вот и третий. Шел домой, и вот он, первый подосиновик 2020 года. Это начало моего нового сериала «Грибные места селигера». Ну что ж, друзья, на этом сериале будут показаны самые укромные уголки, самые далекие места селигера, и это все для вас, мои подписчики и зрители канала «Селигерский хуторок». Всегда здравствуйте! И снова с вами Селигер, я Владимир Мировов и мой канал «Селигерский хуторок». Ну что ж, друзья, мы с вами опять на Собро. Мы с вами на Селигерском хуторке. На Селигере стоит жара, сегодня 32 градуса, и никто не вылезает из воды. И давайте попробуем сегодня опять подловить раков. Ну, я думаю, что мы сегодня точно ничего не поймаем. В такую жару и раки, наверное, сбежали. Что ж, давайте пробовать. Так, ослабляем вот эту веревочку. Так, переходим на ту сторону. Ослабляем вот эту веревочку. Ой, я попал в воду. Ну что ж, давайте пробуем тащить рыболовки. Так. Видите, всплыла бутылочка? То есть она приподняла все раколовки вверх. И теперь они не тащатся по дну, а идут поверх воды, не цепляясь за дно. Так. Пока ничего нет, как я и ожидал. Ну, жара 32 градуса, вы что? Какие раки, вы что? Вчера, тогда вот
прошлый раз очень хорошо попалась. Замечательно просто. Пусто, пусто, пусто. Есть! Ё-моё! Ребята, есть! Смотрите, какие хорошие! Есть раки! Так, первый есть! Пусто! 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 Слушайте, и здесь есть! Блин! То есть они не только в берегу, везде! Так, здесь-то что у нас? Это наш жмых у нас! Слушайте, и здесь есть! Во все три локоловки раки попались. Обалдеть! Ну, слушайте, давайте их быстрее вытаскивать. Давайте смотреть, что мы сегодня поймали. Каких зверей мы сегодня поймали в такой жаркий солнечный день. Так, сейчас будем сортировать. Крупных сюда, мелких туда. О, какой хороший, с одной клешней. Вот это точно боевой, в бою потерял. О, это вообще здорово. Видите, одна большая клешня, вторая маленькая, отросла. Так, ну вот этот вялый какой-то. Ну, все они нормального размера. Так, мелочь. Мелочь давайте откладывать. Мелких раков меньше 10 сантиметров сразу отпускаем. Ну, здесь вроде бы все. Так, сразу кладу вот сюда вот чеснок. Видите, на чеснок идет. Здесь жмых у меня и маленькая рыбка живая. Вот окуня я вижу. Ёршика. Так, завязыв. Ой-ой-ой-ой. Ну, ладно, они сами отпустились. Они сами отпустились. Видите, мелкий рак прыгал в баночке, баночка сдвинулась и упала. Какие хитрецы, а? О, какие хитрецы-то. Так. Ну, это уже можно сюда класть. Давайте со второй разбираться побыстрее. Так, вот какой хороший. И вот этот вообще, смотрите, ой, какой здоровый. Этот грамм 70 точно, наверное. Смотрите, ой, какая прелесть. Гляньте. О, какой, а. Клешни какие большие. Омар. Вот точно омар. И вот этот. О, тут еще есть. Тут два даже. О, какой! Смотрите. И вот этот. Так, мелкий. Туда его. Слушайте, вот маленькая рыбка, ёршик. Ну ладно, туда тоже кинем, здесь рыбы хватает.
Так, завязочка где-то была моя. Куда-то завязочку я потерял. Вот она, нашел ее. Нашел завязочку, нашел. Так, здесь пусто, здесь пусто, здесь пусто, здесь пусто и здесь пусто. Все видите в конце. Отлично. Так, бросаем вот сюда вот. Так, давайте здесь смотреть. О, какие хорошие это прям. Ой, ой. Все больше 10 сантиметров. Мелочь, видно, это самое. Сейчас отошла туда, где поглубже. О, какой здоровый. Обалдеть. Вот это улов. Вот что значит селигер. Смотрите, какой хороший. И этот. И вот маленький здесь вот такой вот. Опа, туда его. Так. Слушайте, ну все. Все вроде бы. Я не считал, сколько. Потом посчитаем. Надо быстрее рыболовки запускать. Так, чеснок, чеснок, чеснок. Чеснок, чеснок, чеснок. Вот сюда мы кладем чеснок. Во, положили. Замечательно. Все положили. Так. Ну, давайте потихонечку тянуть. Тянуть, значит, берем, тянем раколовку. Первая пошла. Первая пошла. Давай пошла. Самолеты. Третья пошла. Так, вот они пошли, как видите. Вы главное тащите равномерно, чтобы они не смогли опуститься на дно. Они вроде не опускаются, но с другой стороны там палки, коряги, надо поверху. Вот мы с вами тащим, 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 тащим. Отлично. Так, теперь вот бутылочка из-под молока должна дойти до нашей палочки и пойдет вниз, упираясь до трубы металлопласта. И вот как раз они будут, раколовки, стоять у дна. Видите, бутылочка опустилась. Сейчас мы с вами натягиваем. Все, вот видите, натянули. Здесь мы с вами закручиваем. Переходим на ту сторону. Там. Так. Вот. И здесь натягиваем.
Все, все. Раколовки стоят. Шикарно. Раков мы с вами поймали. Отлично. Ну что ж, давайте, ребята, посмотрим, чего мы поймали. Один. Два. Три. Четыре. Ай, бежит, 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 бежит. Пять. Шесть. Не, ребята, так не пойдет. Они все сбегутся. Мне кажется, что больше десяти. Так, вот они, два. Больше десяти. Попалось. Какие живые-то. Ух ты. Это вам не в магазине полудохлые плавают. Вот 25 грамм, почти килограмм, о как, почти килограмм, мы с вами поймали почти килограмм рака, вот так вот, в жаркую погоду, плюс 32 шикарных, живых, диких селигерских раков, самых настоящих. Ну что ж, друзья, вот эту мелочь мы сейчас с вами будем отпускать. Видите? Маленький. Футболисты. О, сразу вниз под камень. Тоже футболист. Точно под камень прямо ползает. Ну и маленького ёршика. Живой вот он. Ёршик не особо был живой. Под камень здесь ползет. Ползет. А, он сразу под камень убежал, спрятался. А тут вот под камнем прям вот так вот. Любят камни. Вот ёршик, там где-то был рак под камнем. Вода блестит. А вот он точно. Ну, что ж, друзья, а с вами, как всегда, был селигер. Правда, сегодня мы на Собро, на селигерском хуторке. Но это не имеет значения, от селигера 20 километров, все это селигер. Я Владимир Мировоп и мой канал Селигерский хуторок. До встречи, друзья, до встречи на селигере и на моем канале Селигерский.